Всем привет! Сегодня у меня такое видео совсем не вязальное, но я вам хочу показать, чем я сейчас занималась. Положила вот на такую красивую салфеточку это все дело. Здесь у меня стоит не просто чай. Здесь у меня иван-чай, который я готовила еще в прошлом году. Но в этом году я тоже сделала еще себе порцию. И вторая порция у меня на подходе. Вот посмотрите, какой получается настой. Абсолютно ничем не отличается от чая, который мы все привыкли пить. Вот такой красивый цвет. Очень вкусный. Приятный очень запах у него. Это иван-чай. Еще его называют, раньше его называли копорским чаем. У нас в Вологодской области его очень много. И только сейчас он еще начал нормально цвести. Вот в это именно самое время, когда он цветет, его нужно собирать и ферментировать, и готовить чай. Вот я сегодня этим занималась. Вот так вот он выглядит. Сейчас я вам покажу. Цветочки вот такие. Вот. И вот такие листочки. Берут именно что вот эти вот листочки. В общем, такая вот работа у меня сейчас. И вязание немножечко отошло, конечно же, на второй план. Вот. Если интересно, я могу сделать видео, как я этот иван-чай готовила.